театров представили хореографическую пластическую композицию «Очередь в мастер-банк». Наверное, что у всех хорошее настроение, нет ничего лучше, чем гибель коллег. Премия Spears Russia Wealth Management Awards 2013 объявляется открытой. Вот тут я прошу поаплодировать. Лучший иностранный банк в России. Райффайзен. Видимо, много людей работает со стайками клиентами Райффайзена. Здесь сегодня так щедро раздают, выдают, а наши рейтинги повышаются на информацию о том, кого обидели и кому не выдали. Господа, сил, выдержки, глядя на ваши лица, я понимаю, что так просто мы не сдадимся, а мы именно посредник между теми, за чей счет и вы существуете, и мы существуем. И я очень хочу пожелать, чтобы 2014 был спокойный и стабильный. По возможности, Ваня, там попроси кого-нибудь, ты же поближе, чем он. Итак, лучший российский банк года в категории Private Banking. Уралсиб. Я хочу сейчас сказать самые главные слова для меня, потому что... Что за Уралсиб? Подождите. Я сейчас еще раз. Я хочу сказать сейчас самые главные слова для меня. Потому что, ребята, команда моя, Уралсиб Частный банк, это наша победа, это ваша победа. Спасибо большое, что вы есть у меня. Так, друзья, лучшим российским банком пятилетия стал Промсвязь. Я понял, что, оказывается, ключевая цифра не 1, а 5. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо тем, кто за нас голосовал. А теперь давайте так, про Росик. А теперь... Про лучшую управляющую компанию. Лучшая управляющая компания для состоятельных частных клиентов УК «Альфа Капитал». Спасибо. Ну и нам, конечно, тоже приятно получить почетную премию. «Альфа Капитал», ну, как сказали уже коллеги, динамичные, гибкие, инновационные, все так. Но успех наших последних лет связан с крайней консервативностью, которую мы применяем при управлении средствами наших клиентов. Собственно, сейчас я объявлю, кто станет лучшим частным банкиром года. И это Банк Москвы, Дмитрий Брейден Бихер. Что обычно говорят? Ну, наверное, спасибо маме и Богу. Спасибо большое коллективу Банка Москвы, потому что если бы не они, то и я бы, и хорошо знать, когда твои деньги находятся в руках человека, чувством юмора. Приз зрительским симпатиям Наталья Капинос. Итак, легенда индустрии Марк Гарвард, GHP Group. Работа частного банкира, она сродни работе разведчика, потому что об успехах знают единицы, в основном бэк-офис, а вот о провалах знают все. Я думаю, вы меня поймете. И в этой связи вспоминаю историю по поводу легенды. Знаете, когда вызывает разведчика начальник и говорит, что вы помните, вы под видом богатого и успешного бизнесмена на своей лодке приплываете в порт Монако, встаете рядом с нужным нам клиентом, входите в контакт, ну и получаете все необходимые сведения. Он говорит, да, помню, легенду я выучил. Тогда один маленький вопрос в финансовом отделе. Он поднимает трубку, кладет трубку и говорит, легенда изменилась. Вы слепой нищий. Я хочу пожелать всем нам, работникам этой отрасли, чтобы легенды наши не менялись. Чтобы мы работали именно с богатыми клиентами, а не были бы брошены на такой вот тяжелый фронт ритейла. Поэтому спасибо огромное.